Опаздывают от плана на 2 месяца. Социальной стройке в Северодвинске присвоен красный уровень контроля. Так выразился глава города, побывав на Лесной 30. Дом возводится для переселения из аварийного жилья. На объекте трудится подрядчик из Рыбинска. Как выяснилось, к срыву сроков привел некачественный бетон от местного поставщика, который не набрал нужную прочность. Строить дальше было просто небезопасно. Есть мониторинг набора прочности бетона, то есть движений по нему никаких не было. То есть проводились экспертизы уже более глубокие. И, ну, что тоже занимало время определенное. И после экспертизы уже было принято решение разобрать ростверк в части, да, тут в определенной. В итоге разбирать пришлось целый подъезд и монолитный пояс половины здания. С поставщиком бракованного бетона разбираются юристы строительной компании. Но за каждый день просрочки, согласно контракту, подрядчику будет начисляться штраф. Тут уже не важно, в сентябре или там, в конце октября будет этот объект сдан. Самое важное, чтобы люди, значит, получили качественное жилье и переехали в новые квартиры к концу этого года, так же, как и планировалось. Чтобы максимально увеличить скорость работ, уже в мае после прокладки канализации на свободных участках будут начинать работы по благоустройству.